Я хочу сделать небольшое видео о равенстве. Вот здесь стоят совершенно элитные королевские розы, дорогие сорта. Долго цветут, прекрасно пахнут. Рядом с ними стоит такой традиционный мыльный корень, который рос раньше везде. Он прекрасно пахнет, но он такой немножечко сельский, что ли, цветочек, простенький. Он такой же, как и анисия, но традиционно восприятие многих людей, он так как сам как-то растет там, он воспринимается как классно ниже, что ли, да, вот розы это высоко, мощно, выразительно. Ну, а мыльный корень, или там вот бульдонышечки сзади растут такие распространенные цветы, ну, они же везде, они легко сами растут, за ними самими ухаживать не надо. Также люди некоторые ощущают себя розами и с некоторым презрением, как в маленьком принце, относятся к тем людям, кто более, может быть, финансово или социально, в кавычках, ниже. Мое мнение, что все в мире одинаковые. И розы, и цветы, любые другие, и люди. Мы все равны, мы все частицы Бога, так же, как все эти цветы. Поэтому радуйтесь своей жизни, тому, что вы есть. И неважно, где-то вас принимают или отвергают. Вы уникальны, неповторимы среди моря других уникальностей. Отличного дня. А если кто-то чувствует себя не так, иначе, обращайтесь ко мне. Я знаю, как это чувствуется, как проживать свою жизнь в радости, в любви, в принятии выборов других людей, других душ и в ощущении своей уникальности. Каждый из нас прекрасен, уникален и неповторим. Главное помнить об этом.